Каждый из нас рано или поздно сталкивался с вопросом, кем я хочу стать в будущем. Сегодня школьникам ответить на этот вопрос легко, ведь у них есть хорошая возможность увидеть разные профессии изнутри. А если еще точнее, попробовать все своими руками. В крае реализуется всероссийский проект «Билет в будущее». Так школьников знакомят с популярными профессиями. Пробы у нас проходят по 5 средам. Это безопасная среда, информационная среда. Значит, что касается информационных технологий, это такие направления, как веб-дизайн, специалист информационной безопасности, фронтенд-разработчик, программист. Что касается правоохранительной деятельности, безопасная среда – это значит, криминалист, следователь, адвокат, юрист. Есть у нас еще такие пробы, как банковское дело, товаровед и предприниматель малого бизнеса. На этот раз школьникам 80-й гимназии показывают все прелести работы правоохранительных органов. Например, как обезвредить бандита с пистолетом. Заходим, расслабляющий удар. Также школьникам показали, как вести себя, если на вас напал человек с ножом, как проходит захват правонарушителя и досмотр бандита. Я считаю, что для каждого ребенка в нашем возрасте это тяжело выбрать, куда мы хотим, что мы хотим. И чаще всего сейчас ходят после 9-го, потом ошибаются. И когда вот школа предоставляет такую возможность, что мы можем ездить на такие мероприятия, то это более расширяет кругозор, и мы делаем свои выводы для себя. Ты куда планируешь поступать? Правоохранительная деятельность. Почему именно эта сфера? Тебе интересно? Ну, у меня с детства, у меня папа в органах работает, я как-то приучена к этому. В таких пробах профессии принимает участие более 3000 человек из 55 районов и 9 городов региона. Исходя из этого, хочется верить, что число школьников, которые не ошибутся со своим выбором профессии, будет расти. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.